сжигаем. Сухие, ненужные, обрезанные ветки. Такое тепло от него исходит. Ну, потом вот золу, которую есть, остается, мы распределяем под деревья. Здесь был виноград, и получилась такая хорошая яма для сжигания травы. Травы, обрезков веток с деревьев. Ой, красота какая. Сейчас уже прохладненько становится к вечеру. Коля, а Мурзик-то где? Он, оказывается, наверное, опять под стол забрался. Уже сумерки. Солнца на небе уже нет. Она там садится. Так, избавились мы от клубники. Много нам всего. Но на одного винограда хватает. Тут уже и соков понаделали. Вот кушаем, вот остаточки у нас для еды. Ой. Хочу посмотреть, сколько времени. Только поужинали. И хочу посмотреть, сколько время. Ой, сколько градусов. 12. 12,5 где-то. Уже холодно. Здесь виноградник от солнца так загораживает кухоньку. Такая огромная яма, коли вырыл для виноградника. А он оказался очень поздний. Очень поздний. Для всех виноградов. Ну, короче, нам много, и он убрал.